пойдет за меня. А то. Батя согласен, пойдешь за меня. А не пойду. Это еще как? А не пойду и все. А почему, Ёшкинко? А не пойду а и все. А ты мне с утра в постель семечки будешь приносить? А то. Тогда пойду. За меня? Постель покупать. Ай! Свою роль в системах команд готова сыграть наша уважаемая жюри. 5 баллов максимум и за стем. Совещание было жарким, но недолгим, надеюсь. Игорь Верник, прошу. Результаты стема. Вы будете удивлены. Все 3 команды 5. Не так жарко сегодня, как обычно в зале в Сочи. Ветерок, так разомлели. 7 пятерки. Кто суммировать будет? Страшно хочет бухгалтером. Давай. Утомленные солнцем. 16 баллов ровно. Максимум 15,7 балла. Уездный город 15,8 балла. Ну что? Летний кубок КВН 2009. Лето в стиле ретро. Последний конкурс игры. Конкурс одной песни. Небольшой по формату, но важность его бесспорна. С темой тоже все просто. Музыкальная нетленка. Каждая команда может взять любой музыкальный хит 20 века и по-КВНовски его обработать. Что из этого получилось? Смотрим прямо сейчас. Музыкальная нетленка. Уездный город. Ни для кого не секрет, что музыкальные вкусы у человека формируются еще в школе. Ну, Петров, это твой последний шанс сдать мне сегодня географию. Марья Ивановна, я учил! Да? Да. Показывай, где находится Лондон. Лондон, Марья Ивановна, находится вот здесь. Действительно. А Сан-Франциско? А Сан-Франциско находится вот здесь. Ты растешь в моих глазах. Ну, и ты, конечно, знаешь, где находится Багдад? А, Марья Ивановна, Багдад находится вот здесь. Ну ты, Петров, молодец. Значит так, сейчас показываешь, где находится Сочи, и тебе твердая 5. Марья Ивановна, я не знаю, где находится Сочи. Как можно не знать, где находится Сочи? Просто понимаете, у группы «Кармен» не было ни одной песни про Сочи. Что, ты знаешь группу «Кармен»? Да! Bad Adler's Boys! Yeah! Деньги в лавке, в лавке в сумку, в сумку пристрелил Матис. Прочь, корявые березки, здравствуй, стройники!
Сильнее захлопни. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Размялись! Поехали! Draw.